Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть партию за шумеров, сетевую партию на восьмерых, и у нас тут получились такие тесные континенты, в общем-то, войны, проблемы, склоки, мне кажется, все, что вы любите в сетевых партиях в ЦИО. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Так, ну, вообще могут убить. Но мне надо обстреливать, я думаю. И стен тут не было. Все, стен тут нет, остались две хвачки. Получается. Сколько у нас там? 5. 3 заряда. Значит, что я тут смогу? Теминанки не теминанки, а зиккурат. Понимаешь, что там для района, в принципе, у меня. А, точно я не получаю? А, блин, я уровень уже сделал. Блин, получаю все-таки опыт. Не хочу подарму. У меня такое ощущение, что где-то ты со мной просто забавляешься. Знаешь, так где-то там на задворках какой-то такой-то тир, тренажер. Основные битвы там, на западе. Да он просто не может к тебе все войска перевести, понимаешь? Я заметил. Ошибка в том, что это два фронта. Ну да. Нефиг было горцев обижать. Я вообще не понимаю, ну, то есть я вообще не понимаю, зачем ты со мной воевал в итоге. А я сам не знаю зачем. То есть я понимаю, там подселил и прочее, но там же очевидно, что место просто отвратительное для войны. Я сейчас понимаю, а тогда я просто вот мимолетно так раз, объявил войну, не подумав. Так бы я шотландца забрал бы. Да, потом можно было бы со мной потом, занять. Да, а потом с тобой может что-нибудь. Мне вообще, знаешь, сейчас... кажется, как было бы круто, если бы ты забрал шотландца и уговорил инка тебе пару дырок сделать вот... выше Чхунчхона, вот там, где у тебя, ну, в твоих границах, вот в твоих границах. Компаса твои? А? Компаса где-то? Да, да. Ну то есть... и чё бы, Лёш, получилось? Он бы тебя забрал и этого, и не факт, что он бы меня забрал, но то, что... Нет, ну я бы, по крайней мере, развился. Ну, имею в виду шотландца забрал. Фиг сейчас... тебе, фиг. Ну, сейчас фиг мне, да, сейчас меня забирают. Да просто это вот начало сегодняшнее какое-то, может, вспышка на солнце никогда не было, чтобы со старта столько, или это Александр? Ну, у нас, например, реально хреновая территория, которая вот просто заставляет вот так действовать. Конец выражения, ну или Александр во всем виноват. Ты меня стену убил, я все равно могу стрелять. Ну, видимо, там еще что-то чуть-чуть остается. А, да, одна осталась там. Вот теперь не сможешь. Да нет. Живи. О! Ну, Канжу следующим ходом вроде как падает. Так, у меня там первый посол стоит, да, давайте я вторую отправлю.
Так, и куда-нибудь еще я хочу. Самарканд. Да, наверное. Теперь меняем. Два влияния. Рационализм, пожалуй, пока оставляю. Так, сколько ходов? 4. Там великие люди какие-нибудь. Мне 2 очка буквально не хватает. Так, 2 заряда. Ну, успеваю тут еще шахту, и остается пока на зиккурат. Это на тот случай, если я таки... А там уже не проплыть. Лех, какой у тебя кампус. Ой-ой-ой. Сколько там? Плюс 6? Ты меня спрашиваешь? Да. Который где? Лагаж. Или это Эриду? Плюс 5. Знатная скотинка. Прям такая седловина у меня, блин. Я просто это и заберу. Так что, я, получается, культурой буду побеждать, да? Давай. А ты, у тебя столько вариантов, что культура, что улетает. Да улетать скучно. Да ладно! Да... Что произошло? Не захватил город. Да. Чуть-чуть. Там, блин, реально, ну, черт. Ну, я, конечно, пожадничал. Надо было обстреливать армады и захватывать вообще спокойно. Блин, 3 хода и одно это. Я воевал. Это, по-моему, девиз всей игры. Да. Что-то тут, кажется, без войны можно нормально чилить. Прям реально. Лёш, если ну, ты а, так я выхожу стрим, напиши. В новое время девиз и... Девиз всей игры. Зря я начал войну. Да-да. Начало серии зря я начал. Не, всегда, воевать всегда, ну, как бы, нормально. Вопрос, когда остановиться? Никто не говорит, что воевать плохо там. Но когда это превращается в бесконечность... Как говорил Базлайтер... Не предел. Бесконечность не предел, да? А там, получается, в Грузии некому что-то, да? А там континент. Ну, почему? Мы стопаем. Здесь некому. Бразилец, а ты что делаешь? Я отбивался от него, а не стопал его. Ты чего? Ну, ты отбился? В прямом смысле, у него 800 военной мощи, он сказал, пойдешь сейчас меня забирать. Вот я и просил помощи. Ну все, я иду. У него 200 новых, у меня 100 новых. Чем я его стопну? Оно быстро стопнет. Забрал одного сейчас, еще второго заберет, да? Я не смогу убить, я не буду, я тоже не буду. Плюс у меня с ним хорошие союзы. Понятно. Да, Александр тут просто сидит уже до конца игры, домики строит, его никто не трогает, он никого не трогает. Пока ядерки не появятся, меня просто так не залетит по приколу. Пока что? Ядерки не появятся, меня просто так по приколу, она не залетит. А какой смысл? Ну, в прошлый раз. Вот вы все время вот такие вот интересные стратегии. Не от тебя, не от тебя, в смысле. А Тини, скажи мне, пожалуйста, вот у тебя просто там клетка приросла к точке, которую я пометил. Там внутри есть что-нибудь или гора? Мне просто интересно.
Это внизу. Не скажу. Ну просто, я туда не достаю. Ты мне войну объявил. Блять, ладно. Хорошо, не хочешь, не говори. Блин, я скипнул сейчас... случайно. Ну и, кстати, мне может не хватить мушкетера. Фуф. Так. Ладно. Я так говорю, сюда буду браться. Так, ну это будет отваливаться, но это меня уже не беспокоит. Так, тут подождем, чтобы объединить. Так, может сюда Виктора, кстати, перебросить? В Лагаше довольство, правда, уйдет. Ну, просто, чтобы меньше конжу отваливался. Я ждал. Когда он это сделает. Теперь ты его долго будешь колупать. Конечно. Так вообще, конечно, весело Корею захватывать, у которой савоны тебе ничего не дают. Да-да-да. Это там университеты построят. Это как японцы тоже. Не совсем они бесполезны. Плюс науку жилищ, великий ученый. Зато шахты красивые, да? Да. Да, я выхожу в героический. О, кстати. Где-то, а тут есть островки ниже тебя. Далеко? С жемчугом. Ну, ну просто ниже Кумаси, типа, 4 клетки от Кумаси. Это через океан, да? Ну, короче, ты немножко, конечно, все-таки психанул. Во-первых, ты тут мог ставить города, извини. У тебя было... Ну, два города ты мог поставить. Ну, причем один из них даже неплохой. Ну, вот ему нужно было Килиманджаро. Ну, надо было просто вот... Ну, вообще. Да, причем здесь... Надо было просто дружить с шумером, идти захватывать шотландца. Или просто расселяться, да. Не прав. Давайте из Ларака наконец отправим. Там рыбы вообще бы пообрабатывать на самом деле. Я-то думаю, я шотландцев быстро захвачу. Хренушки. Вот это вот хорошо, когда народ сидит до конца. Просто кто не видит шотландца, у него 3 города. А может мне это и плыть не мое? Гондор не захватывать? Так, ну что, Мокшу в Умму. А теперь в мою сторону отваливается, прикольно. Через столько лет вернется к тебе. Бразильцу. Хотел, ну, кстати, в Бразилии можно, наверное. Решил, не надо. Все-таки же народ будет. Так, все, я в Золотом веке. Тут давайте в химию. Че ты взял, что будет смотреть? Да, вдруг. Пошутил бы. Побольше денег. Стали бы смотреть, забанил бы. Как его YouTube. Я вряд ли, наверное. Давайте в Гондор я отправлю, чтобы смотреть, что там. Да нет, шалову кидают же просто и все. Так, тут я бы какую-нибудь дорогу хотел.
Ну, ты Абердин. Вот в Чан-Чан, пожалуй, отправлю. Такой, знаешь, такой прям Кёнигсберг. Хренак Куско отвалился. Ну, я старался. Заметно. Так. Экономический. Инк кинул предложение. Угу. Блин, а как мне чхун у тебя захватить, интересно? О, вот это я сам думаю, как ты его захватишь. А я знаю как. Потерпи немножечко. Самолетами, если только. Ну, можешь Инка тоже тоннель попросить построить. Да, он даже пока будет идти тоннель строить. Слушайте, а поплыли к Гондору реально? Следующим ходом поплыву. Ну там, правда, 77, это все-таки тяжеловато будет. Что, производственную тут надо строить? Кстати, 111 ход, я видел. Кстати, вот это сколько территорий? Тут был как минимум хода 2 бы, ой, города 2 бы тут встало, как слушай, минимум. Отдыхает, у меня аж пуша чуть не лопнула. На этой территории. А, он отваливается, слушай. Так, поплыли. Сюда, чтобы побольше. А, подожди, 6. А что он не работает на возрождение? А что, разве фрегаты не возрождение? Возрождение, ну. Что-то странно. О, мы с Инком в героическом. Александр. Ты кто мне выпустил? Ну, или к оружию. Что? Ну, ты за городами своими следи, пожалуйста. Так, а ты о чем сейчас? Я наземный плюс 4. Да это мне не надо. Где опять? В Александрополис. Почему я его поменяю? А, там этот, господи. Ага, вижу. Так, ну давайте либерализм. Спасибо. 202. Не так уж и много добавилось. Думаю, хватит там. О, прикол, у меня даже этот не отваливается. Господи, вот что значит выйти в героический век, а Корея в темную. У меня даже этот город перестал отваливаться. Я короче, я понял, как я корейца захвачу. Шпионов будешь садить? Нет, просто сейчас все города поотваливаются. Тебе, смотрите, даже Губер не помогает. Я еще тут один. Точно так же собрался грузин отжимать города у Александра. Нет, ну сейчас видит. Я ему предлагал культурную. Да, у нас там сколько осталось кстати, в конце союза? Там не так сильно, туда сейчас запихнуть этого Кубера там протянет он, а потом. 10 ходов, точно не так сильно, 10 ходов это очень много. Очень большая, значит, большой минус. О, уже лабы пошли. Вижу, куда грузин пошли? У грузина лабы уже ставятся. Удивительно. Да. Ну так и у Алексея 203. Корея вот 47. Как я говорил ранее, 31. Самый тупой. Но видишь, и ты догоняешь корейца. За счет чего такое? Или кореец на твой уровень опускается. Скорее всего, второе. Постепенно деградирую.
Так, надо бы мне меха. А еще в конжу надо купить рабочего. Он реально не отваливается. Теперь вообще зашибись. Кого там обратить надо? Бразильца? Кстати, шотландец, а ты же... ты в чихонь-чиху не можешь же эти... снижать лояльность как раз? Слышишь, шотландец? Шотландец! Лошадка! Я это. Да-да-да, я тебя слушаю внимательно. Ты можешь в чихонь-чихоне своим шпионом снижать лояльность в городе? Так я и снижал. Отлично. Это твоих рук дело, да? Я уже оттуда убежал, извини. Ну, он врет, мы видим у вас военный союз. За мы что? Все видим. Так. Так, надо ли мне здесь фабрику? 6 всего будет. Нет, давай тогда морской порт лучше. А у нас в Непуре остался кампус вот сюда поставить. Я не понимаю. Там еще угольный сначала. У меня остался один ход до изучения теки, и на следующий ход все равно все еще один ход до изучения этой же теки. Как? Ну что-то где-то разграбили науку тебе, например. Да нет, вроде. Все могут быть. Довольство упало тоже. Так, довольство могло упасть, действительно. Да, ну короче, один остров у тебя был тут снизу. На, для одного города. Ну, то есть можно было селиться там. Ну, один город только. Понятно. Восемь. Давайте, наверное, угольную поставим, потом морской порт. Так, по городам пройдемся. Рост. А, подождите, я могу где-то а караван купить. А что дает вообще снижение лояльности? Может, в Умме? То есть, поверишь, может... снижает лояльность. Нет. Я имею в виду, там спровоцирует беспорядки. Я думал, он начинает отваливаться. Ну, он начинает отваливаться. Так он отваливается. Он не сразу отваливается. Ты снижаешь на 20. Там же надо, чтобы 100 снизилось. Угу. Но так как у него там минус... То есть я рано оттуда убежал уже, да? Надо было остаться еще чуть-чуть. Конечно. Блин. Очень хотелось денег. Странно, я вижу его. Он, наверное, ну, специально говорит, чтобы дед подумал, что его там нету. Так, маяк, потом промышленную зону. Так, еще это очень в тему получилось, что... Так, я тут хочу дорогу провести. О, религиозная агрессия против Грузии. Кидаем? Ты за что? Плюс 20 культур. Или давайте, наверное, здесь. Конечно, в Уре типа должно быть больше, но я там вряд ли театралку построю. Жемчуг можно будет обработать. Слушайте, может мне тут город поставить самому? Грузия, ты решил все чудеса света построить? Только затопление будет. Кстати, у меня с затоплением-то, в общем-то, очень даже неплохо. Третья, вторая волна. Ой, там броненосцы. На самом деле, ты не поверишь, я очень сильно потею сейчас. Перспирантом надо было обтереться. Да, кстати, придумали что же.
Я тут останавливаю, чтобы он меня не видел. А если этот ресурс есть у ГГшки? Ну, будут тебе давать его. Он не передавал, а он не передает? Он прямо, у него город стоит на этом ресурсе. Ты когда становишься сюзером, то можно посмотреть, что тебе получится от этого. Ой, это ты хорошо сюда подъехал. Да нет, я давно уже стал сюзером. Нет, ты наведи, где города-государства, что ты сюзеринг написано. И там написано, что вы получите все ресурсы этого города-государства и какие ресурсы. О, написано кукуруза почему-то, а этого ресурса нет. Как так может быть? Бразилец, а у тебя есть какой-нибудь флот вообще? У меня угля нету, нет флота, а что? Ну я вот около Бразилии убиваю его броненосец. Там есть везде чем-нибудь? Мне нужен уголь, чтобы апнуться. Я не могу из галеры апнуться, потому что мне нужен уголь. Ты можешь встать за ним галерой, чтобы он из-за зоны контроля не мог сбежать? Встал. Спасибо. О нет. Что же мне делать? Сдавайся. Нет, ты можешь снять штаны и побегать и на видео нам это снять, прислать, чтобы. Ну. Леша, какой ты, конечно, понимаешь, что ты в Америке, но не такой же степени. Нет, тут это как раз не приветствуется вообще. Тут запрещены плавки, вот в нашем понимании. Надо в шортах ходить. На пляжах. В длинных. До колен. Вон на пляжах как? Что как? Тут на пляжах я вообще не знаю, кто тут ходит. Ну, во всяком случае, в Калифорнии, потому что здесь очень холодный океан. Но я видел людей, которые, блин, в марте загорали на пляже. Это мрак какой. Мы идем в куртке с женой, а они, блин, загорают. Ты не спросил, братва русские? Русские. Так, да нет, это... Религиозную агрессию принимаем? Не знаю, у меня не выпал кризис. А у кого выпал? У меня тоже не выпал. Ну, бразилец вернет, я думаю, религию, надеюсь. Я так понимаю, он выпадает именно этим, религиозным государством. У кого есть религия? Ну, мне так кажется, в всяком случае. Я уже ни в чем не уверен. Я не понимаю, чего добивается от него. Я попробую остановить. Эвана как? Зачем? Ты хотел галеры убить? Я думал, что ты закончил его это. Думаю, надо помогать. У меня там, правда, показывало, что я умираю. У меня тут огромный флот, ты чё? Блин, лови этого Эвана. Да, да, наркомана. Этого православного. Короче, мы его сейчас на мостик корабля выводим на доску. Он такой прыг-прыг-прыг и в воду. Все, утопили православного. Шикарно. Ты за что? Так, а теперь еще скажи, у него один морской город или еще есть где-то? Один. Ну, на этом побережье один. А, нет, появился еще один. Магадиши. А, вижу. Хачапури. Ты, кстати, еще один город туда можешь поставить. Я даже тебе потом готов в культурный союз кинуть, чтобы Гондар не отваливался. Я ничего не буду тут ставить, ты чего? Аквакультуру. Я понимаю, что можно было Лян и... Не на аквакультуру, судя, наверное... Не, ну Гондар, ты же захочешь себе забрать, правильно? Нет. Он не заберет. Во-первых, я его не заберу тем флотом, который у меня есть. А во-вторых, я не хочу его забирать, он будет отваливаться в любом случае. Нет, если я культурку дал, он не отвалился. Ну, он к грузину будет отваливаться. Блин, плюс 0,4 стало. Интересно, сколько у него послов, и где он их столько фармит? А, он же Анапанду поставил, сволочь. А на панду? А, не поставил. А Падану? А не поставил? О. А Падану, а на панду? А, блин. Вот я... Так, слушай, Инка, почему через тебя ко мне пришли миссионеры православные? Где?
Около Умы. Я не видел. Ну, значит, да я просто их заколебался там уничтожать, а они обошли, видимо. Сейчас несу. Может, давай договоримся? Не-не, я тебя сношу всех твоих. Ну давай, ну договоримся. Сношу, сношаю, буду сносить. Именно. Сейчас выяснится, что Тинь решил религиозной победы победить. Да не, он культурный. Он вообще здесь. Стоп, стоп, в смысле, зачем нужен шотландец? Шотландец — это гарантия мирного лобби. Не понял, чё шотландец? Чё вам не нравится? Ну сказали тут, зачем вам вообще нужен шотландец? Победа за игру культурной неминуемой? Это у кого там неминуемо? Грузины. Грузины. Еще одного игрока? То есть остался только Инк, что ли? А у кого больше культуры? Нет, больше у этого, господи, у бразильца. Кто больше всего? У бразильца 84, у тебя 106. Значит, вы не космос. Да нет, не культуры, я имею в виду, там внутренних туристов больше всего, у бразильца, их же надо перебить. Ну, короче, тебе Дарвилл надо максить культуру. Да, еще. Да, я этим и занимаюсь. Крути проекты. Ну и нам, конечно, нельзя, чтобы забирали бразильца хоть один город. Разве она не уменьшится тогда, если он забирает? Ну да, туризм, там и те города, которые генерируют туризм бразильцы. Ну тогда они уменьшатся, у него упадет культура велика. Прикольно, религиозная победа. Я еще не на последнем месте. Как дела с углем, Инк? Ну я обработал, у меня целых один уголь. Так, ну я на следующий ход у тебя попрошу. Не знаю, куда мне лучше этого парня. Против лагаш, наверное. Это мне поможет. Леш, прими дружбу. Союзы будем продолжать? Я точно как бы не... Да. Я не совсем, конечно, в это верю, но... Мне так, кажется... а дед-то зашел или что? Может, таймер снять? Да, убери таймер. Я что-то заговорил. Ура, слушай, шотландец, а ты... ты с грузином в войне, отлично. Я сам объявил. Отлично. По толку от этого, как это... Даже не от козла молока. Не, это плюс 10 же дает. Нет, может быть, да, но я его даже не видел. Он ко мне не приходил. Ты Алёше даешь плюс 10, понимаешь? Да, понял. Донор я. Донор-кебаб. Просто народе шаурма? Да. А, кстати говоря, эта фишка в Америке, она есть только в кварталах этих самых, да? Они тут, они в основном по хот-догам прикалываются. Не, тут дофига всякой еды. Просто находишь нужные кухни, этот ресторан и покупаешь. А ты в каком районе Лос-Анджелеса? Или ты... Я не в Лос-Анджелесе, я в пригороде. А, в пригороде? Говорит, Беверли Хиллз, да? Ну, вот так. Сакраменто? Сакраменто — это город. Город, это столица Калифорнии. Он вообще находится на севере. Калифорнии? Может, Лос-Анджелес? Нет, столица Калифорнии — Сакраменто. Крупнейший, да, наверное, город у них. Там Капитолий стоит, там губернатор сидит. У меня где-то есть видео, по-моему, как я ходил по этому Капитолию. Заходил в Южный Централ? Да, мы заезжали. Он находится как раз очень далеко от даунтауна. Как раз вот заехали там.
Полицейские кого-то винтят сразу. Там тебе сразу, да, эй, сноумен, come. Не-не, мы на машине даже не выходили, ты что? Не рекомендуют. Ну, кстати, очень легко понять, если хреновый район, то сразу решетки на окнах. Вот в таких районах лучше не выходить. Я помню то именно эти слова, как раз таки, про решетки на окнах. Типа в остальном районы не сильно отличаются, но вот это вот прям. Да, да. Дед, ты заходишь, нет? О, вроде вот. Да, мы увидели. Так, могу корпуса делать. Наверное, не буду прыгать, пойду дальше. Ну тут у нас, короче, Грузия побеждает. Слушай, а насколько от Лос-Анджелеса Фриско далеко? Конгор, я был бы очень тебе признателен, если... Именно Фриско тебе надо? Ну, Сан-Франциско, окей. То, что я тебе поставлю. Никто не называет Сан-Франциско Фриско, потому что есть город Фриско отдельно. Странно. Где-то, блин, 500 миль, по-моему. То есть это в районе 800 километров. Короче, Питер. Питер-Москва, да? Да, да. И там эти пингвины живут. Что? Пингвины, говорят, живут как раз вот на островах, которые вот Алькатрас, там вот эта вот фигня. Не знаю, кстати, не видел. Вот этих морских котиков дофига, это да. Нет, морских котиков, да, и пингвины, говорят, есть. Какой-то есть прям калифорнийский. Не знаю, ни разу не видел, честно говоря, первый раз слышу. Поищи. Опа, а как так получилось, что из армии все пропали послы? Мистика. Наверное, кого-то спровоцировали какую-то гадость. Ну, это, наверное, великий человек такой есть. А да, удаляет послов. Торговец, да, великий? Ну, кстати говоря, Лёх, я у тебя вот последний раз я смотрел, как его, за того, что ты там играл-то. Ну, короче говоря, тебе там зашел, ты там поудалялся. Ну. Вот как раз вот ты сказал, там торговец, я думаю, не торговец, это какой-то то ли ученый. Нет, торговец. Я у тебя, Дарвилл, даже, видишь, вот эти все культурные гвишки не перекупаю. Я надеюсь, да, что ты, вижу, я ты бы в Махенджо-Даро еще кинул. А хотя, ну, у тебя, наверное... Ну, будет 6. Да. Не знаю, надо тебе 6. Нет, у тебя же, наверное, не стоят. То есть Махенджо-Даро никакой культуры-то не дает сам по себе. Мне важен вот этот вот, который у меня сейчас союзник. Собственно. Пропонует, да. Не-не. Да, я понял. Перекупить тогда неплохо. Кого перекупить? Пропонуй. Ну, город неплохой сам по себе. Знаешь где? Лёш. Пропонуй, я знаю где. Ну, купи. Я ж весь наш... Мне зачем? Так там нет... Зачем? Это Дарвилл должен. Это инку надо купить. Да, это инку. Но мне сейчас туда сядет Тамани. И поставь рабочих заранее, чтобы построить. Что, дед закончил подключение к игре. Мне кажется, я не знаю. Шотландец, около Данди плывет миссионер православный. Очень рекомендую его утопить. Принято. Иван, ходи. Так а у меня еще куча людей не походило. А его только на суше можно гасить? Дарвилл. Ну у тебя ход закончился. Да, я походил. У тебя ход закончился у твоего этого сейчас. Следующим ходом посмотрим. Я не помню, кстати. Александр тут? Александр? Не могу его на море. Я тут, я просто почему-то решил, что меня зовут не Саша, поэтому не отвечал. Там нет, я поставил цвет, смотри. А это не... Так можно вообще делать? Ну, мне нужно, чтобы ты там поставил. Ну, я понимаю, но я-то еще не знаю, что это там уголь, а ты мне так спойлеришь безнаказанно. Потому что я думаю, что ты за это мне дашь уголь. Это не просто так. Да нет, я понимаю все. Я просто спрашивал, типа, что...
Нет такого, что в правилах нельзя тыкать метки, где будут ресурсы, чтобы я заранее там строил? Нет, такого нету. Это вдруг я там захочу поставить что-нибудь? Захочешь и захочешь. Достаточно было бы глупо убивать уголь, он столько кромки дает, что занимать им районом... Ну это надо прям совсем очень сильно хотеть. Кстати, Лёш, ты заметил у Чунчхона кое-что? Да. А что там было у Чунчхона? Кое-что. А что кое-что? Тебе скажи, тебе тоже кое-что захочется. Это да. Ой, ребят, там такое творится. Инк, читай быстрее. Ну да. Читай изо всех сил. Хрена он там бомбард наделал, армии бомбард. Короче, аккуратно, Шумер, у него уже две армии бомбард. Культурный захват территории. Подожди, как это ты? И какой территории? Я что-то не пойму. Ну что, где? Кто там сделал? Ты? Мне написали, что Корея производит культурный захват вашей территории. Чего? Не знаю. Вот я и спрашиваю, смотрю, не могу найти. Не знаю. Так, а мне негде апнуть. Ладно, открою сталеварение, так. Хотя не, за 4 хода, у меня за 2 хода каравелла должна вроде добраться. Алексей, какой союз продлеваем? Который был. Хорошо. Таруга, видимо, миссионера убила. Так, а что, уникальный юнит бразильца не заменяет броненосец разве? Линкор. Линкор, да. Но если я знаю броненосцы и уникальный юнит, я должен иметь возможность улучшить до него каравеллу? Каравеллу? Да. Еще раз, он заменяет линкор, это стреляющий юнит. Квадрирему. Квадрирему, фрегат. Вот прикольно, ты фрегатом смог этого товарища замокрячить, а я сухопутным нет? Да. Так, подожди, где ты тут хотел угольную 600? Чё, Дарвилл нифига не дефает. В смысле не дефает?
Вообще не дефет. Ну вон, Ума уже православная. Да Ума, что у него один там этот приближен? Взяли у меня Таругу, перекупили. Вы чё, звери? Зачем тебе Таруга? Хоть какая-то наука. Ачкинья, сколько у тебя монополий? Ты же можешь открыть вроде. Раз, два, три, четыре. И все вроде бы. Четыре монополии, нормально. Процентов 200, 300. Туризм. Сколько денег идет на монополии? Там кинул 400. Бразилец. Союз. Сколько? 400%? Да. Ну, каждая монополия вроде сотку дает, не? Не-не-не, там зависит от того, сколько ресурсов от монополии. Ну, типа из... Ну, у меня все ресурсы от монополии этих. Вот ну, кроме кофе. Просто наведи на культуру, посмотри, там написано. Должно быть. На культуре не написано. На деньгах? Написано культура, и там на любого человека наведи, должно быть написано. Туризм от монополии. Следующим ходом апну, когда отложу пока сталеварение. Ну, процентов, наверное, 300 это точно. Поэтому он так и вырывается. Да, написано 4 хода. Но у меня только одна монополия. Например. У меня ни одной. А у него как-то... Ну, вот еще человека захватил, поэтому было такое... Ну, тут поставил. Не пойму, зачем он тут поставил. Тут угля нету, ничего. Я не могу тебе столько дать. Ну, предложи сам. Чуть-чуть поменьше. Да, в Корее с деньгами как-то туговато. Ну это будет что-то неожиданное, чтобы на 120-м ходу человек по культуре победил. Монополии корпорации в данном случае помогают. Угу. Ну, никто не ТФ. Ну да, Дарил, у тебя реально огромные города. То есть, по идее, у тебя должно даже быть место для театралок. Ну, в том плане, что количество... жителей хватает. Не ставлю. Ни хрена себе, у него еще защита от грабежей на торговых правах. Инг. Thank you very much.
Так, Таруга я. Таруга и Венеция. Ну, пока больше я никуда не посылаю. Стальная война. Наверное, ничего не буду менять. Так, есть Лаба, давайте шпион. Лаба. Почему инк не дефает культуру? Он объяснил 3 раза, что он не может это сделать. Ну вот так побеждаешь, видишь, культурой. Ну, видимо, да. И каким ходом? 120-й. Сейчас уже? Ну, нет, там, может быть, 125-й. Ну, я театралки. Ну, спасибо деду, конечно, за победу. Спасибо деду за победу. Ну, еще посмотрим, конечно, еще не факт. И это все без этих... Без рок-групп происходит. Очень много цехи дает. Да, там приятный туризм. Тут Лаба. Ну, здесь можно театралочку организовать. У меня ни одного чуда нету. Нет, ладно, тут у нас пока гидроэлектростанция. Блин, македонец. Че? Как ты вовремя? Да я все войска выкупил, Самарканда увел, и в этот момент ты на него нападаешь. А-а-а. Как вовремя. Царян. Пошли лучше Акад заберем вначале, он поближе, и я тебе помогу войсками этого как раз. Ну, пошли. Я трибушетами сейчас его пробью, а ты его заберешь. Так, что у нас тут? Еда, жилье, еда, жилье. Ну, вообще, где построены лабы, уже можно... Тут маловато. Слушайте, может мне Виктора обратно вернуть? Тут и так без Виктора будет хватать. А там счастья и жилья не хватает в Лагоше. Странно, уже больше не пишет, что он победит через 3 хода. Ну вот, он, кажется, я только настроился. Так, ну, так, ну осуждать, конечно, православие. Да. И стоимость производства военных юнитов увеличиваем? Увеличить за веру может? Ну, мне тоже за. Или снизить за производство, давай. Как вы считаете? За производство давайте снизить. Ну, не, дед. Может, не надо? Что, я бы, наверное, все-таки увеличил за веру. Я тоже за веру увеличил лучше. У него вера 600 заход, это не так-то повлияет.
Учитывая, то, что он... Что, в два раза меньше юнитов он сможет купить, если не повлияет. И что? Больше, чем у всех на карте. Мне надо что-то искать. Тысяча это не так много. Так у него есть. Мало очень, да. Это максимум там 1-2 юнит. Тысяча это 2 юнита. Нет, 1000 боевой мощи он имеет в виду сейчас, есть уже. В общем, за производственность идет. Ух ты, ракетостроение добыл. Цифра какая интересная, у Тамары, конечно, вере количество. Осуждаем за такое. Подрыв плотины я, наверное... Мне бы только у Грузии стоило бы, но я не вижу. Да. Дайте вероятность побега. Там открыты границы. Да, это не особо, я его просто так покусываю. Ну, следующим ходом тут буду грабить центр коммерции. Ну, в Могадише, короче, все будем грабить. Где-то в Лагаше пиона. О, тут еще гавани до сих пор нету. И рыба не обработана. Так, вот тут надо купить рабочего просто. Так, тут есть лаба. Динами тут тоже рабочего просто строим. Македонец, у тебя опять город отваливается. Кого-нибудь лишние ресы на продажу есть? Нету. Македонец, дружба. Секунду. О, красители. Не знаю, правда. Ну, короче, я не кинул. Может, я с кем-то и так ими торгую. Сейчас прям на случай. Ты видишь, что у тебя город отваливается? Да, но мы сейчас с ним заключим культурный союз. Блин. Че? А если Александр заключит с Грузией культурный союз, это к чему приведет? Да ни к чему хорошему на самом деле. Надо что-то выиграет быстрее. Хотя так не будет. Один ход. Да, один ход до культурной победы. Тут даже без моей, кажется, типа это. Не, ну тут Unreal, конечно, отдает. Ну потому что Дарвилл не надо было так в науку лететь, а построить театралки. Блин, охренительно, вы такие летят, главное, в науку все. Кто а мы? Я... Кто мы? Нам мы воюем с корейцем. Кто мы? И при этом ты воюешь с корейцем, при этом у тебя науки больше, чем у меня. И что, тебе поэтому нужно именно столько науки, сколько у меня, чтобы у тебя было? Мне отставать-то не надо. Ну он воюет, чтобы юниты, по крайней мере. Ну точнее, науку. Ребят, тут на самом деле вся проблема в том, что... Я просто к тому, что я никак не мог театралки строить. Я бы сам с удовольствием строил, но... Он имеет в виду, что ему наука нужна, чтобы юнитов клепать в войне. А тебе? Да, ну Дарвилл реально просто... Я же разгоняю, чтобы хоть как-то обгонять Корею и воевать им более современными юнитами.
Бедная Корея, которая так и не увидел за игру. Это ж FIFA, они этот. Зато я видел. А не дуэлька. Не, ну задача минимум была, ребят, чтобы мне не заплатили. Все началось с того, что Бразил застопал македонец, который решил подраться. Я не развивался. А потом на грузина напал человек, который совершенно не рассчитал своей силы и просто сфидил грузину всеми своими городами. Они бы, у него были хорошие города. Ну, тут согласен. У него 5 городов. Он себя... Грузин забрал человека, который в тот момент был топ-1 по статам. Пусть это он будет... не вытывал себе. Нет, у него не было ЦКшек, у него это его была наука, кажется. У него кампус это на плюс 5 до хрена штук. Это его наука была. Это его наука, это не ЦКшки были его, я проверял в тот момент. Тем более. И он просто решил, что он вынесет Тамару и что-то... Не, мне все-таки кажется, у меня больше претензий к генерации карты. Потому что, во-первых, у нас очень странная территория, мало, а во-вторых, просто у нас нету столько ресурсов, чтобы у нас были монополии. То есть... Слушай, у меня под так нет, у вас есть столько ресурсов? Я просто континент захватил. Да, он весь континент захватил. Грубо говоря, представь, континента в середине пополам разделен горами. Вся Азия. Сверху, все, что сверху, принадлежит Грузии. Ну, в этом и проблема, что он захватил Эфиопию всего. Ну, так, я же хотел забрать Сан-Паулу и Форталезу, чтобы поставить еще рядом с Вильнюсом два города, у меня был бы мед. Вильнюс. Хорошо сказал. Наши все. Вильнюс. Давай. Вильна. А да, тут у Вильнюса три меда. Ну, все. Мультик смотрим. Не, мне кажется, сейчас еще не будет на следующий ход, мне такое ощущение. На этот. На этот уже все? Поражение. Да. Блин, ну я... Офигеть. Ну, с победой, да. Это круто, конечно, да. Я вообще не ожидал, что настолько, ну, как бы... Я никогда в культуру особо... Неожиданно, да. Я говорил еще на 60-м ходу. Чё, за счет монополии. Вы видите, этот, что он именно монополиями, считайте, вот это... Да, да, все задавил. Точно, потому что, было, ну, блин, у нас... ну, я так считаю, что спасибо деду за победу. Потому что, на самом деле, если бы дед не упарывался, например, в меня, я бы хотя бы мог театралки строить тоже. А так у меня получается, ну, вот реально все в науку, чтобы чисто воевать с Кореей. Я просто как... не знаю, у меня всегда с культурой всегда провал. Ну, в любой игре у меня бывает провал. Обычно я его компенсирую этим... религией, вот. Поэтому и здесь я как бы на культуру редко Леша, обращаю. Смотри, у меня все-таки получилось. На последнем ходу. Что? Что? Ну, Кенджу посмотри. А, отвалилось все-таки? Не-не-не-не-не. Я его затопил нахрен. А можно как-нибудь посмотреть карту после того, как мы закончили играть все? Еще хотя бы один ход, вот. Я нажал, да, я раз зависаю. Сохрани, точнее. А, ну нет, в одиночке заходить, да, это я понимаю, через консоль. Мне а по-другому никак. Нет, не через консоль. Ты просто загружаешься в сетевую игру и выбираешь себе другого лидера. Он же карту еще не видит. Он хочет все увидеть. Я всю карту хочу увидеть. Но ты... можешь посмотреть сначала от одного просто... человека, а потом от другого. Не легче ли загрузить через консольку, да. Так, где мы? Сейчас я тебе... Вебка. Просто, понимаете, в FIFA, ну, желательно, чтобы кто-то за чем-то следил. Вот у меня получилась упорка с Кореей. Слушай, ну это, конечно... И Инк зачем-то постоянно боялся меня почему-то всю игру. Ну, может, у него травма за прошлую партию, когда на него нападал постоянно. И реально просто пропустил туристическую победу. Они были распределены. У меня вообще ничего. Просто театралку не сделал. Не сделал. Ну тут немного нужно веры на самом деле. Не веры, а культуры. Тут не очень много требовалось. Который был одним из лидеров. Но из-за монополий, одним из лидеров. Грузин сделал. Он захватил именно континент, у него все ресы были монопольные, получается. И вот. Да нет, но все равно он был лидером. Какая победа. Ну, весело получилось. Я думаю, что вам весело было смотреть все эти битвы и прочее, но опять получилось, что у меня на континенте какая-то упорка, я друг с дружкой все. А на другом. Ну вот смотри, вот я иду тупо в науку, и все равно. Вы меня там... Ну ладно, ты понятно. Дарвилл, я тебе... Смотри, Дарвилл, во-первых, в отличие от нас, ты поставил много городов.
мы не смогли, то есть я не мог много городов ставить, поэтому я ставил кампуса. Сколько у тебя городов? Поэтому 8? Ты отстаешь по науке. Ну сейчас, да. А так ты изначально ставил, ты вот все эти города практически сразу ставил, и потом только кампуса ставил. Это нормально, что ты отстаешь по науке. Во-вторых, зачем ты смотришь на меня по науке, когда у нас упорка с корейцем? Какая тебе разница, сколько у меня науки? Смотри общий этот, картину игры. Зачем ты гонишься со мной по науке? Я иду по науке, чтобы армию строить против Кореи. А ты зачем-то со мной, вместо того, чтобы сидеть развиваться спокойно? Ну, я же не знаю твоих идей. Ты сейчас, у нас союз закончился. Я понимаю, что у тебя травма прошлых игр, что я обязательно на тебя нападу и снесу. Я это все понимаю. Но суть-то не в этом, оно всегда так происходит. У тебя даже большие города. Я просто поражен, что у тебя даже не стоят театралки. Я понимаю, если бы тебя ставило 10, там, 10 жителей, да, просто я негде. Не ставлю, да, а у тебя там 16-17 жителей, не стоят театралки, ну это же просто даже выгодно, просто само по себе поставить театралку. А что ты ставил тогда? У меня такой вопрос, может быть, кому-то хочется еще одну партию? Не, мне уже поздно, да. Господа, да, я вот это... Кстати, большое спасибо за мой первый блин. Я считаю, что он не совсем комом. Нормально, тебе же повезло с дедом повоевать на будущее. На самом деле, я думал, что меня снесут в ближайшие 40 ходов. И когда дед такой, это мое, я сейчас тебе звездюли навешу, иди отсюда. Я говорю, нет. Блин, интересно, что за чудеса? Тарвел, а ты можешь убрать чудеса паузу? Чудеса было там этот самый. А я паузу, у меня не стоит пауза. Ну, либо выйти, либо еще один ход нажать. Я там Калиманджаро было и этот. У себя алюминий и нефть хочу смотреть. Да, у меня типа next ходом открывается нефть, после следующем алюминий, и через 4 хода уран. Я вот думаю, что тебе надо было тогда действительно, чтобы претендовать на что-то, мириться с корейцем, дать ему меня захватить. Так я же ему миллион раз предлагал мириться. А в тот момент, когда он уже соглашался на мир, мне уже не надо было. Ну то есть я уже его опережал тогда. То есть я был готов замириться только при условии, что и он с тобой еще мирится. То есть... Получается, я его бы усилил тогда. Зачем мне это? Нет, но он там реально, потому что он понимал, что я никогда не соглашусь, что у него Абердин постоянно, потому что город буквально рядом. Абердин и все. А триггер был то, что я случайно выкупил эту долбанную клетку. Да при чем вот здесь эта клетка? Я тебе говорю, места у меня не было. Почему ты к этой клетке прицепился? Ёлки-палки, стоп. Места какого у тебя не было? Да, вкусного? Смотри. Или которого дня, вечера, извините. Да, спасибо за игру. Спасибо за игру. Да, спасибо, пока. Ну, я по своему поводу я не знаю, что я мог лучше сделать. Честно говоря. А сколько туризма у него вообще? А тень, у тебя сколько? Если бы у нас не было упорки с Кореей, тогда бы я мог еще театралки. Ну, блин, еще такая территория отвратительная во многом. Меньше. По 1000 я не уверен, что я вырос бы. Видите, на самом деле театрал только в руки на данный момент могу ставить. Я же говорю, 1000 туризма. Больше нигде. Ну, не вы, у них меньше, я правильно понимаю? Чего? Я говорю, в любом случае меньше. Почему туристов? При этом, ну, смотрите, раз, два, три, четыре. Вот в четырех городах, как минимум, театралки мог давным-давно поставить. Если он только сейчас, видите, тут он заканчивает только... Здесь поставлено, здесь вообще, ну вот еще, ну да. Тут по 16 тысяч, я смотрю, по Чакутека. Ну и там тысяч туризма отдались 6, Грузии 1090. Слишком быстро, то есть эти монополии. Ну на самом деле, монополии самое основное, по-хорошему, даже не но, то, что инфтеаталки, а вот монополии, они очень сильно работали, влияют. Вот это сломано немножко в этом режиме. Ладно, спасибо, что смотрели. На этом все, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!